Почему некоторые водители разворачиваются, не доезжая до перекрестка? Дело в том, что на некоторых перекрестках разворот запрещен. А вот расстояние перед перекрестком и стоп-линией позволяет водителю развернуться. Этим и пользуются некоторые водители, разворачиваясь, не доезжая до границ перекрестка, на котором разворот запрещен. Давайте рассмотрим, как это сделать правильно. Итак, перед нами перекресток, на котором разворот запрещен. На самом перекрестке висит знак «Поворот налево запрещен». Но развернуться этот знак нам не запрещает. Однако над крайней левой полосой есть знак, который разрешает движение только прямо. А значит, он и запрещает разворот в своей зоне действия, то есть внутри перекрестка. В нашем случае между разделительной полосой и началом перекрестка есть участок дороги, который не входит в границы перекрестка. А значит, действие знака здесь не распространяется. Поэтому мы можем свободно развернуться по этой траектории, не заезжая в зону действия знака. Конечно, это не будет нарушением, так как мы развернулись, не заезжая на сам перекресток. Разворачиваясь вне перекрестка, мы должны пропустить автомобили, двигающиеся со встречного направления. Также нужно учитывать разметку перед самим перекрестком. Например, в этом случае водитель нарушил правила, развернувшись через двойную сплошную линию разметки. Хотя он мог спокойно развернуться по этой траектории, не заезжая за границы перекрестка и не нарушив правила. Еще одна причина, по которой некоторые водители разворачиваются перед перекрестком, заключается в том, что перекресток может быть маленьким, и за один прием на нем развернуться не получится. Нужно будет сдавать назад, чтобы уложиться в границы перекрестка. А как мы знаем, на перекрестке двигаться задним ходом запрещено. Поэтому некоторые водители предпочитают разворачиваться перед перекрестком. Конечно, если есть такая возможность. И даже если они не поместились в границы дороги, они могут сдать назад и продолжить движение. Хотя это не запрещено правилами, безопасным такой маневр не назовешь. А теперь коротко обсудим минусы разворота перед перекрестком. Во-первых, пытаясь развернуться перед перекрестком, водители зачастую разворачиваются прямо на пешеходном переходе. А как мы знаем, разворот на пешеходных переходах запрещен. Во-вторых, мы можем быть помехой тем, кто стоит за нами. Так как мы не выехали на сам перекресток и пропускали встречный поток, за один сигнал светофора, скорее всего, проедем только мы. Конечно, если разделительная полоса достаточно широкая, тогда, разворачиваясь, мы не создадим помех автомобилям, которые следуют за нами. Итак, разворот перед перекрестком – это достаточно напряженный и опасный маневр. Поэтому многие водители предпочитают проехать пару лишних кварталов и найти относительно безопасное место для разворота. А как предпочитаете разворачиваться вы? Напишите об этом в комментариях.